flag, bitch. Всем здорово, сын с вами Амин. Продолжаем играть на сервере с мотором 2, сервер номер 1. Это, короче, быстро так начинает, как вы видите. Мы заплатили за 15 тысяч за лечение, случайно умер. Быстро летим, потому что там на БЛУ стоит какая-нибудь тачечка. Пока я вижу, ее не купили. 12 этаж, вот она стоит, короче. Это Ешка 63, 6120, у меня 6170, как раз хватает, 50 тысяч всего у меня остается на... Вообще всего 50 тысяч, это капец просто, у нее ни процентов, ни хера не будет просто. Ладно, давайте хоть их поставим на банк, 50 тысяч, как много. Короче, купил ее, неужели? Короче, зашел я на БУ, сейчас вам расскажу. Зашел я на БУ, еще чипуку сняли, я понял. Захожу я на БУ, смотрю, нормально. Потом захожу на 12 этаж. Ой, не 12. Я забыл, каком. А, на 7 его. Ешка 6120, а у меня 5800. Короче, не хватает, я беру, слил свою Ниву на АМРках, сливаю в БУ, короче, и... Включаю бандика, меня кикает, короче. Фух, кикает, я такой перезахожу быстро и появился, конечно же, в текстурах. Потом опять такой. Сейчас я чиповочку где-то найду. Такой перезахожу, появился в текстурах, такой понял. Теперь нажимаю F1 умереть. 15 тысяч снял, я в шоке просто. Так, это 0,2, это значит 0,05. Пропорциональность 35. Так, все, Ешка теперь у нас вообще топовая. Ну, конечно, не топовая, потому что она бичарская, это раз. Потому что сейчас я вам покажу, какую я хочу ее сделать. Так, заезжаем в обвесы. Вот, крышки капота нету, спойлера. Так, вот есть вот Брабус, есть чистый Мерседес, а если вот так, есть 63 MG, или так, а вот это добавляется. Может это поставить, а? Это вообще топово так. Ну ладно, короче, хочу вот это сделать, Брабус, так? Расширители Арок и Фендер, это 110, это юбочка. А здесь EV8 Turbo, конечно же. Передний бампер, это будет Брабус или вот такой вот, конечно. Конечно же Брабус. Брабус точно смотрится. И задний бампер, это оп, или так, или так. Но если честно... Это тупо красится, и все. Вот так лучше. Это 700 тысяч надо. 700 тысяч. Не, ну вот так он вообще топовый будет смотреться. Смотреться, да. Ладно. Ну хоть, что я хотел так резко взять, потому что ешек вообще на БУ нету. Короче, мне надо 1,5 ляма где-то, 1,5-2 ляма, чтобы его полностью затюнировать. Эх, короче, чё именно его, потому что я зашел такой на БУ, вообще ешек не было. А тут смотрю, и Е63, так, куда я вверху? И Е63, и плюс еще с номером МЕР 007177, хоть он и не ценится, но он прям очень такой мне красивый, прям нравится. Ну и такой без тюнинга. Такого. Ну, короче, вот такая вот серия. В следующей серии будем ее тюнить. Обязательно хочу сказать, что будет конкурс. Да, конкурс! Конечно, я купил Ешку, а конкурс, про конкурс я же забыл. О, короче, кто хочет мне скинуть денежек и помочь развитию, обязательно скидывайте на 3-м сервере. Я буду вам очень благодарен, потому что и конкурс, и Ешка тюнить. У меня нифига денег нет, вы понимаете? Ладно.
Также хотел сказать, что вы подписывались на канал, комментируемые ролики, потому что это прям вдохновляет, плюс уже лето считать, и вообще будет топ. А на этом все, пацаны, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ждите новые серии по Е63. С вами был Лайв, всем удачи, пацаны, и всем пока.